Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Я хотел поиграть вчера и выложить серию, но, к сожалению, не мог зайти в игру, потому что были какие-то технические обслуживания. Но сегодня я зашел нормально, причем разработчики извинились за свои, как говорится, меры и дали мне, по-моему, 10 тысяч очков доверия, что-то такое. То есть, сейчас мы можем с вами купить спокойно чистое золото. И, в принципе, я это и сделаю. Так, ну что, тут у нас использовать ускорение, совершить сделку. Сделку давай-ка посмотрим. А, еще дали 500 долларов, точно, вспомнил я. Так, во-первых, ребята, мне нужно много-много еды. Очень много еды. Так, 6 карт. Первый полученный урон снижается на 50%. 6 карт. Это, мне кажется, дорого. Это вообще того не стоит. Так, баксы. 55 долларов потрать при получении. Ну, это понятно. Ладно, я, ребят, не вижу в данный момент никаких тут нормальных сделок, как вы мне писали. Ты столько много сделок хороших пропускаешь. Где? Где, друзья мои, хороших сделок я много пропускаю? Вот объясни мне. Еда. Обменять. 124 тысячи. Хорошо, давай, допустим, я сделаю обмен. Так, подожди, это что-то не то. Юрский, опять же. Давай посмотрим что-нибудь посерьезнее. Что-нибудь, ну, например, велоцираптор. Или тут лучше суперредкие. 170 тысяч. Давай. Так, все, да, получается. Окей. Заберем тут награду. Открыть наборы карточек, потратить 250 тысяч еды. Ну, ребят, это вообще делается элементарно. У нас есть их тестега, которую я хочу прокачать. И она как раз очень требовательна к хавчику. Где она? Вот она. И она очень требовательна. Ты представляешь, 470 тысяч, чтобы поднять один уровень только лишь. 38-й. Нужно мне еще, ребят, смотрите. Ну, где-то лям еды мне надо еще, представляешь? Ну что же, я думаю, что мы все-таки найдем где-нибудь этот лям еды и нашу ихтиостегу будем уже все-таки скрещивать с раджазавром и получать раджастегу. Ну, а сейчас пока давай, наверное, чистое золото откроем. Чистое золото у нас находится вот здесь, да? Мамонты, это все мне как бы и даром не нужно. Давай. Так. Ох ты, друзья мои, хайнозавр. Такой легенды у меня не было. Хайнозавра уж, по-моему, точно не было. Поэтому я сразу же бегу вот сюда. Забираем ихтиостегу. Вот он. И ставлю на появление нам нашего нового. Так, вот, легендарного хайнозавра. Так, замечательно, он будет, ну, 6 часов, ребята, выводиться. Отлично. Так, теперь давай посмотрим, что у нас тут. Закончилось? Нет, не закончилась здесь эволюция. Продолжаем. И также здесь. Угу. Опять же, не закончилось. Ладно, пускай все это идет своим чередом. А здесь мы заберем. Откройте 3 набора карточек и смотрим, какие у нас здесь будут задания. Так, чудовище глубин, денежная борьба и все, что ли? Так, блин, ну опять же, ребята, здесь и обычные есть. Ладно. Чудовище глубин. Мозазавр, гауфиозавр и стиксозавр. Поехали, попробуем. Так, здесь начнем. Наверное, все-таки я возьму Нет, ромалиозавра. Дальше я возьму Зуходуса. И тут мы возьмем и тут мы возьмем Архилона. Ну что, поехали.
Ну что, 578 к атаке. Сразу же, пожалуй, пропишем этому мозазавру. Но он, наверное, поменяется, скорее всего. Хм. Не стал. Так, он взял два блока. Меняется. Я понял его. Проверочка. Так, остается у него 67 хп, как ты видишь. Еще... Ага, ты смотри, что творит. Ребята, он сейчас нас вырубит, вот что я хочу сказать. И он думает, что он деловой, да? Ну что ж, делаш. Лови. Раз, два. Раз, два. На тебе. По полной программе. Тут, конечно, ребят, у нас классовая слабость. Но ты видишь, он нас не пробил. Сколько у него? 574 хп. 574 хп, да? Значит, нам надо выложиться как-то по полной. Проверим. Да, здесь мы его ушатываем. Ну и выходит стиксозавр. Слушай, я почему-то думаю, что Архилон, наверное, все-таки в состоянии будет, ребята, его сейчас ушатать. Проверим. Да. И тут мы побеждаем. Отлично. Первый поединок вроде бы как в кармане. Давай попробуем следующий. Так, Архилон. Умунозавр. Какой-то умунозавр. И Ризот. Так, ну что, против Архилона я, наверное, выпущу Артакантуса. Также против Умунозавра он хорошо пойдет. Ну, здесь можно даже сделать немножко по-другому. Кранозавр. Артакантус. И, например, взять Плезиозавра. Давай посмотрим, что у нас из этого всего получится. Сразу можно бомбануть. Единственное, конечно, ребят, что он... у него очень много атаки, и он кранозавра просто сейчас разорвет. Да. Просто разорвал. Ну, проверочка. Готов. Готов, парнишка. Так, умунозавр. Вот так вот он выглядит. Мне кажется, он не потянет. Нет, ребята, не потянет он. Раз, два. Три. Вот так вот сделаем. Иди ко дну, парнишка. Ну что, и выходит Ризот. Очень-очень интересно, почему это Ризот. И ничего не стал делать. 6 очков действий, да? Он все тратит, друзья, он все тратит. И значит, у меня есть возможность спокойненько его бомбануть нашим плезиозавром. Да? Да. Вот и все. Вообще без проблем, как по мне. Ну что, последний поединок у нас. Где? Вот он. Чудовище глубин. Так, аммонит, стиксозавр и кранозавр. Ну, против аммонита я, наверное, возьму тилозавра. Против стиксозавра мы возьмем Генодуса. И против кранозавра Артакона. Вот такая у нас получается команда. Тут, конечно, ребята, да, не поспоришь. У тилозавра очень мало хп. У него очень много атаки, но мало хп. Вот это вот, конечно, беда для него на самом деле. Я попробую, конечно, еще раз звездануть хорошечно. Но мы оставляем ему 185 хп. Что он сейчас будет делать? Он меняет. Ой-ой-ой, он берет кранозавра. Вот так вот, да, значит, ты делаешь, парень?
Хорошо. Так, и выходит стиксозавр. Да. Меняет, он опять меняет на аммонита. Что-то мне подсказывает, что ему тут... Ну, трындец, короче, одним словом, да, ребята? Стиксозавр. Ему даже не помогут его 5 очков действий, которые он тут накопил. Нет, нет, парень, тебе это не поможет. А вот мне это очень сильно поможет. Мне вообще просто вот зайдет как топчик, ребята. Все. Все, стиксозавр пошел кормить рыбок. Ну что, мы с тобой крутим рулетку и надеемся, что выпадет что-нибудь достойное. Но... Индрикотерий. Ну, ребята, пускай лучше индрикотерий, чем какой-то там неизвестный, я не знаю, обычный простенький динозавр, да? То есть я как бы, ну, доволен, если честно. Я даже сделаю, чтобы он выводился. Потому что индрикотерий у нас, друзья, есть. Он у нас есть. Но не помню я какого уровня. Это, кстати, можно проверить легко. Заходим сюда. Выбираем травоядный. Он же травоядный, по-моему, да? Он травоядный. Так, но... Травоядный... Так, подожди, он у нас саванна, вот. И смотрим, ребята, вот он, индрикотерий. То есть, у нас есть уже один 20 уровня, то есть... В этот раз все прошло хорошо, я даже ничего не делал. Слушай, а с кем он гибридом делается? А, вот, если будет, например, гигантский олень, он становится индрикоцер. Вот оно как, ребят. Я думал, что за индрикоцер, откуда он берется? Это, оказывается, гибрид. Окей. Так, ну что, у нас там еще есть, да? Кстати, випка, давай глянем, что за випка у нас. Слушай, випка вроде бы неплохая. Может быть, посмотреть? Да ладно. Ты серьезно? А я уже всех отыграл почти. Так, зайдем дальше сюда и посмотрим. Денежная борьба. Я, наверное, не пойду на денежную борьбу. Я все-таки, скорее всего, пойду, ребят, на ПВП. Ну, я имею в виду на дрожь земли. Так, давай, например, начнем, ну, с разминочки. Возьму Птеранодона, Таникалагриуса и, например, Стегоцератопса. Просто я не знаю, где я сейчас нахожусь и каких против себя ждать динозавров. Так, крутозавры, Протерогиринусы. Ну, в общем, мне все понятно. Так, заменим. Вот так вот. Посмотрим. Естественно, он будет брать, скорее всего, рептилий. Я так и думал, ребята. Еще и атакует. Еще и атакует. Давай смотреть. Так, сейчас он может опять же поменяться и взять хищника. Нет, не стал. Не стал он брать никакого хищника. Ну и чего ты там пыхтишь? Очень интересно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Проверим. Так, вырубили. Ну, конечно, нашему стегоцератопсу крышка приселась. 8 очков. Да, накопил.
Ну давай, сколько будешь тратить? 6. 6 очков он потратил, значит, 2 он себе оставил. Так, берем с тобой Таникалагриуса. И поехали. 1, 2, 3, 4. Ну, вот так вот сделаем. Ага. Готов. Протерегеринус. 240 к атаке, 6 очков действий. Ну, я думаю, что уже, наверное, все поняли, что здесь победа все равно будет за мной, потому что у меня остается Птеранодон. 6 очков действий, и, соответственно, у него ничего нету. И у нас еще атака 615. Мне достаточно один раз его ударить, а я делаю 6 ударов. Вот и все. Так что по аренке мы потихонечку-потихонечку продвигаемся. Но арена мне нужна. Во-первых, мы с тобой делаем задания ареновские, да, ПВПшные. Ну и во-вторых, все-таки продвигаемся. Повышаемся в ранге и получаем вот такие вот возможности крутить рулетки. Опа. Мало, конечно, но все-таки две битвы мы окупили уже. Потому что здесь за каждый поединок ты тратишь 5 баксов. Ну что же, давай дальше подумаем, что нам взять. Можно взять у Эрхозавра Птеродактиля и Таникалагриуса. А лучше, конечно, вместо Таникалагриуса взять Диплодоктера. И вот теперь я хочу посмотреть, кто против нас тут выйдет. Хорошо брать, когда у тебя разные. Ага. Ихтиостега, Аморгозавр. Но у нас тут все равно круче получается, да? У Архозавр. Поэтому давай атаку делать. Кстати, у него... у него получается рептилия и 2 травоядных. Тут безоговорочная наша победа будет. Жалко, конечно, у нас нет хищника. Но мы и так справимся. Интересно. Ага, вырубаем. Сейчас он Аморгозавра позовет. Посмотрим, насколько он круче. Он не круче вообще нисколько, ребята. И победить он нас тут вряд ли сможет. Что, он будет пропускать ход? Или будет все-таки атаковать? Угу. Вопрос интересный, я попробую, я рискну, ребят. Все, ему крышка. Ну что, вызывает он пахицефалозавр, вот, правильно говорится. 5 очков действий. Даже если он сейчас все потратит, ему не хватит, ребята, нас уничтожить. А вот хватит ли у меня? Угу. 51 хп мы ему оставляем. Ты представляешь, да? Ну давай, давай, давай. Че ты там дергаешься? Возможно, он сейчас победит у Эрхозавра, если все сольет. Да. Ну, тут есть Птеранодон. Даже пускай у нас слабость классовая, но нам достаточно одной атаки, чтобы ему пробить это 51 хп. На тебе. Отлично. Просто отлично, ребят. Ну что, Птеранодончик, да? Нет, это Птеродактиль у нас, по-моему, был. Так, мы переходим с тобой на 27-ю позицию. Очень долго идет продвижение, на самом деле. Так, 14400 монет. Ребят, после их профилактики у меня уже 4 раза вылетела игра, прикинь. А я поиграл, наверное, всего лишь минут 10. Что они там наделали? До этого было лучше. Так, ну что, погнали тогда еще. У нас... Так, битвы продолжаются. Что мы тут возьмем? Так, возьмем, наверное, следующим образом. Аптозавр, Эдиоморфодон и Таникалагриус.
Давай посмотрим, кого тут против нас могут поставить. Ох, ёк-макарёк. Опять же все травоядники, ребята. Да. Я не знаю, брать что ли мне Тенника Лагриуса и им играть. Ладно, поиграем им. Поиграем им, он еще и атаковать, а? Вздумал меня, представляешь? Ну-ка. 31 хп остается у него. Ну давай, что ты там задумался? Ничегошеньки не стал он делать. Раз, два. Раз. Вырубаем. Так, выходит стегозавр. 80 атаки. 80 атаки. Ну и что ты будешь делать? Он сливает, ребята, всю атаку. И я скажу тебе следующее. Я поменяю сейчас. Наверное, вот так сделаю. Раз, два, три. Зачем я сделал так, ребята? Я... Ага. Мне нужно Тенника Лагриуса оставить вот на самого последнего травоядника. Бриллиантовая легенда. И, естественно, нам нужны будут очки действий. Так, он опять тут все сливает, по ходу дела, да? Раз, два. Раз, два, три. Поехали. Так, и кто это у нас там последний? Антаркоп... Антарктопелте. Ё-моё, такие названия. Короче, мне проще сокращенно назвать его Антар. Ну что, я попробую все слить. И да, я побеждаю здесь. Привет. Вот и все. Обидно немножко другое, то что у нас заканчиваются все-таки динозавры. И на арене мы как бы особо сильных, больших каких-то результатов здесь не сделаем. Но возможно перейдем в 5% лучших. А там будет нам труба полная. Так, 120 ДНК. Ну что, берем топиалозавра. Раджастегу я возьму, наверное, здесь. И ихтиостегу. Так, я думаю, будет для меня самый оптимал. Конечно, в конце вот этот птеродактиль и эдиоморфодон. Это, конечно, крутые у нас птерозавры, но если выпадут против них травоядники, вот такие вот, то ничего хорошего там не получится. Так, это у нас Барионикс. Угу. Сразу же с атаки начинаю. Ну, посмотрим, будет меняться или нет. Ему нет резона, ребят, меня атаковать. Но и меняться, в принципе, тоже. Он так теряет... Теряет одну очку действий. Но ты посмотри, сколько атаки. 557. Ну, что ты на это скажешь, парень? Жим-жим сразу же, да? Сразу жим-жим. Ну, давай меняйся. Ты смотри-ка, ничего не стал делать. Раз, два, три. Проверим. До свидания. Так, выходит стигимолох. 5 очков действий. Так, стигимолох, ты бы лучше успокоился бы. Ну что, бомбанем по полной программе тогда уж. Все, ему тоже крышка.
И опять же выходит Барионикс. Ой, ну да, Барионикс. У него тут 428 хп, 270 к атаке. Ну, естественно, сейчас он у меня Раджастегу победит. Ну, а дальше Топиелозавр выходит в бой. Да, Барионикс? Давай, 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 я жду. Все, я тебя услышал, парень. Теперь получай ответку. Ответка будет незамедлительная. Да, друзья мои? Хлоп, и все. Лежи, суши зубы, как говорится. Ну что, мы с тобой переходим. Я думаю, что у нас следующий ранг, скорее всего. Да, ребят, мы в хищниках. 5% лучших игроков. И надеюсь на хорошую награду. Эх, твою налево, ребята, ну... Не выпало, как ты видишь, не выпало. И самое обидное, что у меня остается вообще очень мало динозавров, которыми я могу тут поиграть. Так, ну ладно, давай ко всему этому добавим карна... Кстати, карнораптора нам нужно тоже с тобой выводить. Я вот думаю, наверное, парочку поставить... Сделать уже его 30 уровнем. Так, 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 шип... Ох, шипастик там. Угу. Но мы-то тут будем посерьезнее, да? Если сравним себя с гигантоцефалом. Давай, парень. Он меняется, понятное дело. Взял какого-то фиг знает кого. Недобитыша. Что если я вот так сделаю? И еще попробую бомбануть. У-у-у! До свидания. Ха. Тут даже гигантоцефал нам ничего не сделает. Просто ничего не сделает. Наши 2220 хп ему не пробить. А вот я, наверное, попробую. Так, и вот сейчас выйдет шипастик. Это какая-то, ребята, супер, по-моему, легенда, да? Судя по его раскраске. Потому что у него это даже не бриллиантовая легенда, я даже не знаю, как назвать. Вырубает тут, понятное дело. Ну что, карнораптор, иди сюда. Полакомься, как говорится, мясом шипастика. Отлично. Это еще надо было прокачать шипастика. Ты представляешь, сколько нужно карточек на него? А он в событии, насколько я помню, только получается. Кому-то очень сильно везло. Или кто-то очень много донатил. А теперь, друзья мои, все. В Apple Store уже... Не в Apple Store, точнее, а в Google App. Ну как это, короче, в магазинах теперь уже не купишь себе какие-нибудь там подписки и тому подобное, да? Потому что наши карточки там не обслуживаются. Вот так вот. Так что вот, что в Hill Climb Racing у нас, да? Премиум пак. Точнее, премиум подписка. Что здесь, как только это все заканчивается, все, ребята, можно сворачивать, в принципе. Не то, что удочки. Мы с вами вообще-то и так играем, как бы без донатов, без всего. Ну, ничего ты себе не сможешь взять. Вот так скажем. Ну, оно может быть даже и к лучшему. Как говорится, будут деньги целее, да? Ты смотри-ка, еще и атакует, а? Но ты это зря, парень. Мы тебя сейчас просто истребим. С одного удара. Вот так вот это все делается. Выходит нондогазавр. В подметке нам не годится. Мы тоже его можем... Нет, тут надо два удара сделать, чтобы его вырубить. Но он меняется. Для этого дела у нас есть вот этот.
пацан. Опа. До свидания. Ну что ты хочешь, со мной потягаться, что ли? Я не могу понять. Ну давай потягаемся, давай. Ну понятно, да? Понятное дело, что ему сейчас просто трындец. Тут ему уже ничего и никто не поможет. И мы с вами... А у нас больше некем играть, друзья мои. Это получается последний наш сегодня поединок. Я всех своих динозавров, птерозавров, всех рептилий отыграл. Семьдесят вторая позиция. Так, выпадает нам 150 ДНК. Видишь, все, ребят, больше просто некого брать, к сожалению. Так, теперь только лишь ежедневки у нас остаются. Так, ПВП-шку мы сделали, ускорение. Так, кто у нас там? Уэрхозавр, что ли? Ну что ты опять тут буянишь, а? Ну вот что ты буянишь? Что тебе все не сидится, а? Скажи мне, уэрхозавр. А, твою налево, а? Третий раунд. Поспешил, поспешил ты, рычаг. Да что ты, твою, вообще, ребят, не попадаю. Осторожнее пишу. Да понятно, что осторожнее, что я уже... Все. Сдулся. Да еще попытка меня это уже не поможет. Убежал, короче. Соберите команду. Ну, естественно, будем собирать команду. За 30 долларов поймать. Ну, в любом случае, он уже как бы пойман. Да никак не могу понять, почему. Тут отлично все. Почему там не могли? Дай твою налево. Офигеть, вот это вот меня убивает. Разбросят где? По всему экрану. Ищи потом, смотри. Так, ладно, существо поймано. 1580 опыта. Еще собрать 3 мода же нужно. Так, давай за деньги, наверное, будем. Дельта, обычные моды. Выпадает нам слабость. Так, теперь нам кровожадность досталась и... Редкий пак. Точнее, редкие моды заказали. И выпадает нам берсерк. Так, здесь тоже мы закончили. Канайзойскую. Так, ускорим. Что с ускорением нам делать? Что мы тут можем быстренько завершить? Ну, допустим, сделаем так. Вот он, друзья мои, хайнозавр. Это он же? Это он. Кем он там питается?
акулами, мне не показалось. Он, по-моему, там акулу преследовал. Давай-ка заберем здесь награду. И что там еще нам нужно было? Еще одно ускорение сделать. Давай, наверное, вот тут вот. Как медленно, а? Как медленно это все идет. Ну и последнее, что нам нужно, это подраться в кайнозойской эре. Давай, ПВП. Раз, два и три. Поехали. Паноктус. С таким выражением, я не знаю, лица. Так, вон Тотерик, гигантский олень и Форракас. О как. Ну что, возьмем сразу дополнительные очки. Начнем их копить. Ну что, будешь атаковать или нет? Нет, он не стал. Блин. Неужели вырубить сейчас? Он опять ничего не стал делать. Что, возьмем мамонта, что ли? Давай возьму мамонта и... Раз, два, три... Так вот. Семь. По-моему, сейчас моего мамонта тут раскрошат. Нет. Не раскрошили. Ну что, попробуем теперь мы по полностью слить все. Да, та же самая ерунда, ребят, получается. Тут 58 хп у него остается. Все-таки сливает. Ладно, гаденыш все-таки слил. Как-то мне нужно 558 у него хп отнять. Раз, два. Блин, леденяшки потом бьют усиленно. То есть олень будет бомбить. Что не очень меня радует. Сейчас посмотрим, сможет ли у нас пробить. Так-с, допустим. Раз, два, раз. Возьмет, скорее всего, Фараракса. Угу. И у этого, блин, 539 к атаке. Твою налево. Ну, я не знаю, друзья. Я буду рисковать. Есть. Риск — благородное дело, да? 8 очков. Твою налево. 4 он тратит. 4 он потратил. Сколько у него там и куда он, ребята, еще 4 очка положил, я не знаю. Я попробую пробить. Это фиаско, ребят. Хотя подожди, какой фиаско-то? У него всего 212 к атаке. Подожди, еще. Еще не это... Неизвестно, какой тут фиаско. Пускай попробует нас пробить вначале. А мне кажется, ой, как тяжело ему будет нас пробивать с его 112 атаками.
Серьезно? Тьфу. Тогда получи. Готов. Да, друзья, здесь мы выиграли. Паноктус молодец. Орет еще там что-то. Ну, тут, понятное дело, приз любителя. 75 ДНК нам выпало. Ну и еще разочек крутанем. За рекламку уже, да? 7200. Ну все, в принципе. Забираем наши награды. Наш ежедневный пак. 260 очков доверий. Так, я хотел, знаешь, что сделать? Выводить Карнораптора, наверное, будем. Гибриды. Активировать. И здесь тоже активировать. То есть, ну, двух выведем. Пора скрещивать. Вот так вот. Ну, вроде бы пока все. Ну что, друзья, на этой ноте я буду сегодня заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!